В основе любого массового мероприятия безопасность, а когда речь идет о спортивных баталиях, будь то на футбольном поле или ледовой арене, когда болельщики нередко применяют дополнительные атрибуты, наблюдая за игрой, требования к посетителям игр возрастают. Категорически запрещается иметь при себе огнестрельные, холодные, метательные и иные виды оружия, а также их муляжи. Категорически запрещается проносить с собой спиртные напитки, а также иные напитки в стеклянной таре, тетрапакетах, пластиковых бутылок затемненного цвета, за исключением прохладительных напитков и прозрачных пластиковых бутылок объемом не более 0,5 литра. Ранее нарушители этих требований могли отделаться лишь предупреждением или устранением с текущей игры. Однако теперь с вступлением в силу новой редакции Кодекса об административных правонарушениях нарушителю требований безопасности грозит запрет на посещение спортивных мероприятий независимо от видов спорта сроком до 3 лет. За совершение одного из таких правонарушений суд при рассмотрении дела может, помимо основного вида взыскания, то есть штрафа либо административного ареста, наложить административный запрет на посещение таких соревнований в будущем на срок от 3 месяцев до 3 лет. Пункты новой редакции кодекса предусматривают ответственность и для тех, кто в течение срока запрета все-таки предпримет попытку попасть на любимый матч. В этом случае к запрету добавится еще и штраф от 2 до 20 базовых величин. Правоохранители поясняют, цель нововведений не наказать, а в полной мере обеспечить общественный порядок и личную безопасность граждан на спортивных массовых мероприятиях. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.